В Чебоксарах вынесли приговор виновнику аварии, которая произошла 19 сентября прошлого года. Напомним, на перекрестке Эгерского бульвара с улицы Ленинского комсомола пассажирский УАЗ отдела полиции номер 2 управления МВД по городу Чебоксары столкнулся с грузовой газелью. В результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе водитель газели. Трое сотрудников полиции, четверо задержанных, находившихся в УАЗе. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Следственным отделом по городу Чебоксары и судом установлено, что сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, нарушил правила дорожного движения, не снизил скорость, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с другим автомобилем. Приговором Калининского районного суда города Чебоксары полицейский водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД по городу Чебоксары признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Кроме того, он также лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года, пока приговор суда не вступил в законную силу.